Привет-привет, с вами Лилия Донскова, и сегодня мы будем устраивать тест-драйв новинки из каталога Oriflame номер 10. Это сияющая помада On Color. Итак, чем же эта помада примечательна? Ну, во-первых, это жемчужный сияющий финиш придаст губам дополнительный объем, насыщенные яркие оттенки и плотное покрытие, и комплекс крем-комфорт смягчает и разглаживает губы. Давайте попробуем, как же эта уникальная помада мерцающий нюд будет лежать на губах. В сияющей серии представлено 8 оттенков, и мы сейчас попробуем самый первый, 407-27, мерцающий нюд. Сама упаковка, давайте рассмотрим. Черный с розовым, чудесное сочетание. Открываем помаду. Вот такой вот оттенок красивый. У помады сладенький аромат, очень вкусно пахнет. И сейчас попробую, как помада будет лежать на губах. Получился такой красивый мягкий оттенок. Кстати, на лето обожаю такие красивые цвета. По ощущениям очень мягко, но я чувствую, помада, она действительно дает плотное покрытие. Цвет насыщенный, несмотря на то, что это нюдовый, но он достаточно яркий, этот цвет мне нравится. Я чувствую сладенький сладенький аромат, он прям доносится к моему носику, приятный очень. Как вам эта помада? Напишите в комментариях, будете ли вы заказывать какой-то из оттенков из новой коллекции. Если уже заказали и попробовали, расскажите ваши ощущения, потому что мне кажется, помада очень приятная. Настолько вот сейчас мягкое-мягкое ощущение на губах. Комфорт, я называю это комфорт, очень. И я знаю, что когда помаду красишь несколько раз подряд, то она, естественно, уже будет работать, более ярко проявлять свои качества, напитает губы, увлажнит, уходовые вот эти свои эффекты проявит. Поэтому первый раз, и уже мне нравится. Спасибо вам за внимание, всего доброго и до новых встреч на нашем канале. Если видео полезно, ставьте лайк.